Где это видано, чтобы целый гараж перевозили на КамАЗе? В Саратове и такое возможно. Двое очень предприимчивых граждан решили сдавать чужие гаражи на металлолом. Для этого они арендовали КамАЗ, сказав водителю, будто гаражный бокс купили у владельца. Сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии задержали предпринимателей прямо в момент совершения противоправных действий. Задержанными оказались двое ранее судимых безработных саратовцев. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, а в будущем ему может грозить максимально до 5 лет лишения свободы. Андрей Багаев, Анастасия Безрукова, дежурная часть, Саратов.